Посмотрите только, что у нас сегодня творится над Альпами. Вот такое вот небо. У нас сегодня целый день был дождь, и ливни были, дожди, и ливни. И вот такое вот, не знаю даже, это облако такое или туча такая. Вот такое вот длинно. А там уже, кстати, солнце пошло за горизонт, за эти горы, за Альпы. И вот видно, что там окрасилось желто-красный цвет. Вот в той стороне у нас гора Монте-Роза, которую сейчас вообще не видно. Никакие горы не видно, потому что все заволокло. И это, кстати, длинная туча, она как дракон, она даже движется. Сейчас я попробую поставить ее на место, остановить камеру. Вот, видно, видно, что она прямо движется. Даже не как дракон, а как питон. Длинный такой питон, который движется туда, в сторону солнца. Не пропадай. Картинка, не пропадай. Вот такая вот у нас сегодня погода дождливая. И вот такое вот небо. И такая туча, как питон. Движется конкретно, видно, что движется.